Приветствую, друзья, на канале Лоблплей. Меня зовут Владимир, сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, пользуясь случаем, я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши новые подписочки. Просто целая куча подписочек залетела за некоторое время. Вы просто молодцы, красавцы. Большое вам огромное спасибо за вашу поддержку. Итак. Ладно, поехали. Мы, короче, чем сегодня займемся? Сегодня у нас такой будет спокойненький день. Мы пойдем полутаемся. Посмотрим, что у нас вообще есть, да, там у нас есть задание по зачистке зоны. И, кстати, я не взял никаких аптечек опять, и это опять, блин, косяк. Нам надо какие-нибудь аптечки, потому что, вы как знаете, да, у нас тут будет довольно-таки тяжело сейчас, да. И, ну, патроны у нас есть, аптечку надо взять с парочку, потому что мало ли что. Ну, вот парочку как раз возьмем. А, у нас уже были аптечки, тут я как-то профукал. Ладно, еще можем взять, одну водичку. Еда у нас чуть-чуть минус, нормально сойдет. Когда, друзья, видите, мы сделали четвертый арбалет четвертого уровня. Так, надо выбрать ему патроши. Ну, не патроши, а болты, а не стрелы. Стрелы у луков, болты у арбалетов. Итак, друзья, короче, сейчас пойдем просто попытаемся пройти, может быть, 1-2 задания на четвертого уровня у нас получается сейчас. Ну и посмотрим заодно, какие у нас будут награды. Опять же, можно, чтобы получить, чтобы перейти на пятый уровень, да, друзья, вам, скорее, знаете, да, что вам надо пройти, опять же, 7 заданий такого же уровня. Например, четвертого уровня 7 заданий, вы попадете на пятый. Ну, мы, как помните, в прошлый раз зачистили магаз, который у нас тут был, да. Мы его, потому что это довольно долго. Потому что сейчас, получается, у нас уже 4 черепка, да, у нас по квесту сейчас выскакивают, да. И это занимает некоторое время, чтобы это все пройти. Ну, мы вроде бы прошли нормально, никаких проблем не было. Ну, посмотрим, как будет на этот раз. Потому что мы сейчас будем проходить само задание. И тут уже может быть потяжелее это все дело. Давайте сейчас быстренько залутаем все, что тут есть. Я, скорее всего, буду делать таким образом, что я сейчас забегу, сагрю всех чуваков. Здесь он защищает меня, вот так что я далеко отошел. Нормально все. Отлично. Я хочу зайти. Там у нас люди, эти в зомби, как вы помните, да? Я хочу зайти, сагрить их всех. И тогда продолжать их уничтожать. Здесь у нас будут огненные. Но я возьму все-таки на всякий случай, блин, пистолет. Он куда-то провалился, что? Иди сюда. Ну, прыгай. Отлично. Ну и здесь должны быть еще. Так, он сидит, наверное, хорошо. Еще один там. В смысле? А, он фирал. Бляха-муха. Фирал, бля. С одного удара мне треснул нормально такой. И дал такого леща нормально, неплохо, блин, вообще. Арбалеты мы болты собрали. Где-то куда-то сюда еще болт улетел. Нет, ладно, похер с ним. Ну и... тут уже... Ну, сейчас опять же лутаем, потому что, как знаете, да, друзья, тут могут получиться у нас за этим запчасти для нашего костюма. Ну, не для нашего, а для армейского, да, там, или как это называется, там, ну, мощная броня, по большому счету. Не помню точно, как это называется. Мне кажется, армейская или склерованная, или кто там. Так, ладно. Сейчас просто лутаем все. Потом я даже сейчас не сортирую, просто собираем по-быстренькому все. Я не хочу просто тратить очень много времени на это делать здесь,
чтобы смотреть, там что-то выбирать. Просто собираем все, что у нас есть. И тогда будем уже сортировать, что нам надо, да, что нам не нужно. Иначе это займет очень долгое время. Так, короче, тут же должны у нас тоже еще быть. Ну, я же говорил, что должны быть. Надо, блин, придрочиться таки в системе. Так, ничего нету. Так, ну побежали. А тут еще есть, можно залутать целую кучу. Так что да, друзья, тоже, если, конечно, опять же, какие-то советы по поводу игрушки или какие-то, не знаю, рекомендации, тоже стесняйтесь, оставляйте ваши комментики, да, потому что, ну, я их, как я уже говорил, много раз я их читаю, я их проверяю, я не игнорю. Пока вас не очень много, она у нас сейчас, дай бог, завалит, перевалит за 1300 подписчиков, да, ну, я надеюсь, что... Я смогу вам полностью всем ответить, по крайней мере, на данной стадии, да. Ну, потом, конечно, смогу все равно отвечать, но это займет более продолжительное время, так как если будет больше людей, больше комментариев, больше советов, будет тяжеловато, конечно, это все за всем уследить. Так, я еще заранее уже буду скидывать сейчас. Да нет, не хочу, блин, тут. Это чтобы заблокировать, например, если вы 10 этих первых, например, 3 слота выбрали, да, он ничего не будет с ними делать. Если там выбрасывать или телепортировать все это все, он не будет ничего с ними за ним делать. Помните, это так для вашего... Вам так в копилочку знаний. Так, здесь у нас, по идее, сейчас должны кто-то упасть на голову, да? Или начинать уже выскакивать. Так, ну это заберу, это скинем. Блин, типа попрыгунчик меня бесит, раздражает. Всегда очень трудно его, блин, выследить, чтобы ему дать леща, блин. Или всадить в него, блин, ножичек. Так. Не тоже, друзья, конечно, не, там не стесняйтесь, оставляйте какие-то ваши там эти, какие прохождения, да, как там, какие у вас там были трудности или, не знаю, советы по поводу этого дела. Он уже как уже не раз повторялся, да, потому что, ну, мне тоже интересно, как вы их проходите, может быть, и вы там строите другие билды. Может быть, другие билды строите, да, там. Вот, потому я ненавижу этого. Как вам было удобнее там с чем играть там, или там вот с ловкостью, через ловкость и через силу там, ну как в этом плане. Все. Ну про по поводу этих я даже не переживаю здесь, потому что, ну, это тут как-то они такие слабенькие здесь. Мне больше, блин, надо будет, я буду переживать по поводу, блин, когда мы пойдем в главное помещение, где лут, да. И там, ну там я, скорее всего, пойду с пистолетом, там иначе нельзя, иначе меня там, блин, снесут. И у меня дрона нету пока что, который бы мне подхилил, чтобы, иначе, я не тратил время на это дело. Сам у меня автоматически подхилил, ну, такого нету пока что. Он мне вообще, если я не ошибаюсь, он мне вообще давался за какой-то там, за 6-й уровни прохождения нашествия, или точно не помню, не буду врать, но... Довольно-таки серьезное это было задание. Так, ладно, ладно. Так, сброс, 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 сброс. Сброс, сброс, сброс. Цемент можно ставить пока что. Так, тут будет по-любому где-то зомби. Нет? Нету. В прошлый раз тут был. Так, это тоже можно разломать. Ну, вроде, по идее, нахер мне не сдалось. Я же могу пойти и накопать у себя там под базой.
Так, клей это, конечно, вещь нужная, и от него никуда вообще его нельзя скидывать, ни в коем случае. Ну и все, походу, да? Так, здесь, походу, все. Там ничего нету. А тут еще осталась одна. Ну, ничего толкового. Так, ладно. Может быть, даже не должен, по идее, все собирать, это говно. Сразу просто выбрасывать и не париться по поводу этого дела. А то я, собираю, потом выбрасываю и трачу время. Тут там ломится где-то. Ладно. Так, тут это не работает, но сейчас у нас будет тут. Да что ж ты будешь делать? Нахуй срубил ему, отрубил ему руки. Наглая морда. Да что-то начинаю, мазать. Я как-то раньше с ножиком как-то более совладал. Как-то сейчас не получается так нормально это все делать. Постоянно мажу. И уже это не первый раз такая херня получается у меня. Потому что, может, потому что они слишком быстрые. Ну, не должны, по идее, быть ничего там в этом плане. Ну, давай, выходите. Ну. Ну тоже, опять же, идите, друзья, почти что промазал, да? Так, отсюда все вылезли, да. Дайте что-нибудь вкусненькое. Да хер тут, что-то говнище какое-то, давите мне здесь постоянно. Ничего толкового. Свет не любит. Свет не любит. Так, тут ничего, ничего. Ну, это я ресурсы... То есть, что это у нас было? Это наш цемент? Да, цемент. Цемент штука хорошая. Глина не надо, вон там цемент еще. А, нет, это глина. Там кирпич. Тут эти цветочки. Нам это не нужно. Так. Что у нас здесь? Ничего тут нету, не вижу. Ну, здесь будет скорее сейчас у нас зомбари. Вот и все. Добегался. Сзади на меня не напал. Так, тут уже надо пистолет брать. Ненавижу собак. Морды. Так, здесь у нас что? Так, тут заперто. Так, тут все заперто.
Кучка мусора. Так, ну, это... Это можно забрать, это можно скинуть. Так, что-то... Там пока что все нормально, пусть остается как есть. Но здесь у нас есть пацаны. Гвоздомет качество 1. Я только сейчас гвоздомет изучил, ни хера себе. Вот это поворот. Ну тут будут чуваки должны, по идее, быть. Ну-ка, помните, нам мы все лутаем, то, что нам тут нужно. Латунь надо забрать. Дюки забираем, это скидываем. Грибочки заберем. Давай, пошла. Да что? Блять, ты расстрел промазал. Ладно, говнище, ни хера толкового. Ну, здесь у нас будет зомби. Надо его тут. Я просто, я снайпер от бога, как вы знаете, да, друзья? Потому что ничего удивительного, блядь. Вот, можно скинуть. Так. О, вещь. Автоматик, наверное, для автомата она будет. Тут нечего собирать. О, пошли. Так, пистолет. Перезаряжаемся. Где вы там все, алло? Я же говорил, что команды вставать не было. Какой-то, блядь, кипиш где-то происходит в огромный. Где-то их очень много. Тут здесь долбятся они. Ну что ж, как говорится, с богом, бляха муха. Ну давай там пробейте дырку. Это все? Ну иди сюда, пацаны, я здесь.
Так, что тут где-то вылобили, вылобили. Так себе. Ладно, хер с ним. Сойдет. Так, кастет. Так, что можно выбросить? Это можно выбросить. Таблеточки оставим. Это мы оставим. Ну, можно продать, конечно. Это можно скинуть. Кукурузу мне дохерища. Этого тоже мне дохерища. Нормально сойдет. Я хочу просто расплавить тогда этого. Как его? Как его звать? Это дряхомуха. Молоточек. Ну или продать его. Починить и продать его. Близится зима, поэтому нужно ввести пофигом, который позволит мне возмездить. Охотничий нож качество 4. Замечательно. Это у нас следующий по списку. Ну, парочку патронов. Ну, отлично. Ну и пошли скрывать. Может, конечно, было бы в идеале и скрывать припасы найти. А, припасы еще надо было найти мне здесь. Ёпта, я как-то совсем забыл про них. Ну да, зачистки и припасыки. Припасыки. Ну, что тут вкусненького? Книжечка. Книжечка. Ну, 500 баксов. 500 баксов. Ну, так себе скажу, неплохо. Окей, нажимаю кнопочку. И у нас это припасы должны где-то быть, да? А где припасы? 4,3. Ну, отлично. Ну и все, друзья, видите, мы уже это задание прошли. Без проблем, без всяких яковых осложнений. Потратили мы. Сейчас посмотрим. Грубо говоря, у нас пошло минус 10 этих, как его, потрошек. У нас было 300, а осталось 290, потому что у нас еще 15 стоит в магазине. И оттого, получается, потратили 10. Ну, конечно, мы получили обратно патроны, которые полутали. Там 34 там, 10 еще там в ящичках нашли. Но все равно мы не в большом минусе. Совсем в мизерном минусе. Это вообще считает ничего не значит. Это копейки вообще полностью. Так, и то, да, друзья, конечно, тоже. Например, если вам трудновато проходить 4 уровень, и чтобы перейти на 5 уровень, вы тоже можете, конечно, проходить 3 уровень. Но на вам тогда пройти на 2 задания или 3 задания больше. Например, если вы там пройдете этих, как его там. Ну да, мне кажется, 9 заданий надо пройти, чтобы поднять следующий уровень. Но я могу ошибаться, друзья. Поправьте в комментах меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что я не ошибаюсь. А может быть, хера знает. Ну что ж ты, дружище, дашь мне сегодня? Here you go, friend. Whatever you need. Just say the word. Ух ты ж какой бесстыжий, ты посмотрите на него. Армейский жилет, скорее всего буду брать армейский жилет. Ключ-трещалка. Сука, блядь. Ну тоже неплохая вещь, но у меня есть 6-й ключ. И урон по блоку 26. Ну блин, у него больше снимает, да, и прочность 1600. Ну, блин, такой, блин, тоже, смотрите, какой вкусненький. Я думаю, все-таки возьму. Армейский жилет. Твою мать, ну.
Ранг легкой брони. Подожди. Но это мне тяжелая броня. У меня все, я иду по тяжелой. А тут тоже легкая броня у меня. Тяжелая броня, тяжелая броня. Ну я раз я иду, блин. Ну по сравнению, конечно, блядь, помощь, ну. Тут помощнее будет, но он третьего уровня, четвертого, да? Усиление шума минус 10, мобильность плюс 2%, выносливость представления бронежку урону. Ну. Не, я думаю, все-таки возьму я трещотку. Ах, ты ж какая вот жопа. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here's your pay. Ну блин, не хочу тебе продать это. Твою мать. Давай книжку эту продадим, 160. Ну сейчас у нас должно быть место. Есть какая-нибудь работа? Уровень принеси очистить, чистить от зомби, принеси очистить, восстановить питание. Ненавижу это вообще ужасная вещь. Не нравится мне. Восстановить питание, только ночью, но тоже очистить от зомби, принести очистить. Я думаю, что будем брать еще один. И мне кажется, что это, друзья, у нас будет школа. Походу, это будет школа. А если это школа, будет печально. Она довольно-таки большая. И там очень много всякого, бляха-муха. Так, это мы можем. Я могу ее потом продать. А что надо ее, что починить? Ремонтный комплект. Ага, так, продажу мы, короче, скинем сейчас, что мы должны на продажу отдать здесь. Ага. Так, ладно, это, да, вот так. Пока что не будем этим заниматься. Порох. Так. Латунь. Это у нас на плавку, друзья, идет все. Стоит, ждет в очереди. Так, это сделаем сюда. Это сюда. Это сюда. Это... Нет, это заберем. Сюда. Сюда. Ну, блин, ладно, пока что это... Я скину пока что сюда это. Потом разберемся. Так, водичка, еда. Это нам надо скинуть тоже. Так, патроны, стрелы, класс, это вот это сюда надо скинуть. Мясо надо взять. Так, что у нас здесь? А у нас тут уже готова яичница с беконом. Так, тогда скинем. Я возьму яичницу с беконом лучше. И водичку скинем сюда. У нас есть несколько. Я ж, кажется, еще тоже кипятил. А, я кипятил воду. Ладно, выпьем это сюда. 10, ладно, это скинем сюда. 10 возьмем этого и 4 еды. Аптечки у нас есть, патроны у нас есть. Надо починить топор. Или... Не могу сделать... А, не стальное не могу сделать. У меня нету стали. У меня 4 стали. Да и металла у меня нету. Ладно, починим.
Ладно, да, так пусть будет так. Ладно, поехали смотреть, что у нас там по этому заданию. Может быть, сегодня просто зачистим его, зачистим, и тогда уже при следующей встрече с вами, друзья, будем уже тогда ее проходить дальше. Потому что сейчас у нас тут будет такие путь, что у нас по большому счету тема будет только одна, то что мы будем сейчас галить, ходить, лутаться, надеяться, что у нас попадутся, блин, книжечки, чтобы мы могли уже строить эти, как его, как же назывались, ловушки, мясорубки, я имею в виду, и улучшать туда коридор. Куда это мы едем? И куда мы это едем, я не вижу ни... А, это Амо. Ну, тоже такой не тяжелый, но и не легкий. Ты можешь получить нормально звездюлей здесь. Или если не подготовишься. Как уже говорил, да, мы можем сразу идти по к самому луту. Там есть возможность туда пройти, но... Я не хочу, так как нам нужно все-таки опыт добывать, да, и от него мы никуда не денемся. Нам он будет нужен в любом случае. Говно. Я здесь что-то не видел этого, как его. Давайте падайте отсюда уже. Продать, сломать. Очень интересно. А где вы, пацаны? Я тут уже хозяйничаю вовсю, а вас еще нету. Как-то вы, блин, не... Ебать! Вот это, друзья, я вот как надеялся найти вот эту шнягу. Это мы сейчас можем создавать сигареты. Это сигару. Это бомба. Но мне надо будет сначала, чтобы создать сигарет, надо будет уйти в зиму и убить медвежонка. Так как нам нужно будет приобрести у него экстракт. Или приобрести. Попросить, чтобы он нам одолжил его. Блять, я же нож не сделал. Я же мог нож сделать 4 уровня, дебил. Значит, друзья, лучше надо скидывать, так как я не смогу понять. Я тут... В смысле? В смысле? Как это тут? Тут же я как-то должен был в него залезть. Ага, вижу, вижу, вижу. Нашел способ туда пробраться. И никто на голову мне не упадет. Ну, красава просто, что могу сказать. Так, это можно скинуть. Ну, не, очень хорошо, мне очень нравится. Так, ну что ж, надеюсь, что с первого раза у нас откроется, блин, он. Ну, я не... Ну, так я хотел только сказать, что нет таких очень больших надежд на это дело. Может быть, следующий четвертый. Четвертого раза мы сделаем, это уже будет достижение. А может даже сейчас получится. Ну и что здесь вкусненького? Это что такое, блин? Двустволка. Ну так себе. Давай проверим, как наш аппарат работает. Я знаю, что можно сталь получить от этого всего дела. Да, если не знали, друзья, если вы приседаете, да, у вас получается, что звук меньше шума дается. Ну, 40. Ну так, довольно-таки много тратит энергии. Поэтому туда будет с перекоем это все делать. Да, 15, ну, половину мы смогли ему скинуть. Ну, давай, быстрее.
Я хочу просто получить максимум стали, так как у нас тигеля нету. Купить мы тоже мы не можем, а ехать куда-то, блин, в Триземелье за этим тигелем, если даже он там, надеюсь, что он там будет, да, довольно-таки долго. Если был бы еще скутер какой-нибудь, там, миник маленький, тогда еще можно было бы как-нибудь подумать по поводу этого, смотаться туда. Ну, а так, на велике такую даль мутить как-то вообще не в кассу. Так. Ну, что-то мне сейчас... Ну да, одну сталь дал. Иди в баню. Так. Тут что-то упало на голову мне. Я просто сейчас скину это все, чтобы мне не путалось. Проверил, не проверил я это все дело. Ну это, конечно, забираем. Там где-то кто ломится. Гильзы тоже забираем, конечно. Ну это шмотку не хотел выбирать, ладно, я с ним. Это сломаем, это скинем. Забираем, скинем. Забираем, скинем. Да хуй ты мне этот камень берешь, дебил. Вот тут жужжит мне по духам. Эта лампочка, наверное, не работает, как полагается. Ну тут надо будет, я думаю, что да, друзья, мы тут зачистим и на этом будем, скорее всего, будем завязывать, потому что очень долго будет, надо будет зачищать эту территорию. Ну не то, что очень долго, но я думаю, что мы не успеем пройти зачистку и еще, блин, само задание. Будешь очень довольно-таки долго будет, так как мы-то еще до сих пор лутаемся. Может кто-то посчитает, что это читерство, да, что вот так мы ходим и собираем, потом еще раз запускаем. Но это не читерство, я считаю, это просто мы используем... Да не понимаю, что-то мне тут вообще падает все постоянно. Просто мы эксплойтами занимаемся. Ну, да, можно знать эксплойт, да, то, что мы делаем. Потому что, ну, вроде бы разработчик это не запретил, а если не запретил... Грех не воспользоваться. Тем паче, эта игра всегда связана с тем, что нам надо гриндить, собирать, там что-то лутать. Все, это вся игра связана с лутанием. Ну, как и весь жанр Survivor, он же связан с лутанием. Лутаемся, улучшаем свои шмотки, улучшаем свое оружие, улучшаем свою базу, да, в конце концов. Ну и просто выживаем. Так, все, это... Я не помню, тут что-то мне постоянно что-то, блядь, рушится мне на голову. Я ничего тут не пропустил. Вот все на месте, да. Тут шкафчики все закрыты, ничего тут такого не тарещит. Чтобы я тут не пропустил, а то опять получится так смс-ки мне комменты, да какого ван ты вообще херел, какого хера ты не залутал, то. 5-10, я туда пойду с оружием. Нет, я не пойду с оружием. Потому что я знаю, здесь... А, ну вот уже идут. Бодро побудем. Извини. Здесь ничего толкового нету, блин. Нема лутецкого го. Ладно, пошли дальше. Потроши собрали, здесь что-нибудь вкусненько будет. Гриль, нихера нету. Стулья. Ну и вот это, друзья, это место, где главный лут.
еще и там ферал бежит ко мне. Запарил уже. До свидания. Ну здесь есть лестница есть, ну хули там долбитесь. Понимаю. Я сейчас понимаю, где они долбятся, или наружу долбятся, или внутри долбятся. О, здорово. Ну, наконец-то. Сколько у вас тут еще будет, ептай? Все. Они еще идут. Ну. Походу все. Еще лут еще падает. Ах ты ж. И что ж мне скинуть сейчас? Да хер знает. Так. Здесь долбится, надо их зачистить, чтобы они не пали мозг. Все, успокоились. Ну, вроде понимаю, что у нас тут есть какой-нибудь херня такого. Ничего толкового нету. Ну, маслица. Маслица нам бы пригодилась. Ну, ладно. Да хер ты не будешь за говной-то. Давай, спускайся, не все ты.
там долбится какая-то тварь. Августин долбится мне. Не до него сейчас. А это что такое вообще, у меня вопрос? Нихера. 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 Ладно, пошли лут. Главное собирай. А, ну топливо соберем. Будем смотреть, что будем сейчас скидывать. А что мы можем скинуть? Да или просто сделаем так, что, друзья, так. И все, не париться. И давайте я бутылочку скинем. И обратно. Куча боеприпасов. Ой. Ничего. Говно. Опа-па, пистолет ПП, пятое качество один, замечательно, ППшечки хорошие. Нет. Ну, наконец ты выбрался, да, дружище? Ну, твоя жизнь была недолгим, недолгой. Ну и что? Ну что, здесь вкусненько будет. Ну, это что у нас? Переработочка, ножики и добыча. Ну и патроши 30, это, ну и так себе, ничего такого особенного. Так, надо выкатить. Ну и что мы потратили здесь, получается? Мы потратили 65, 8, 20 патронов. Ну что, друзья, думаю, это видосик уже где-то идет минут 40. Я сейчас пойду съезжу обратно домой, разгружусь. И, скорее всего, так как этот же видосик, как уже говорил, идет от минут 40, я думаю, что мы будем уже понемножечку так завязывать с этим, с этой серией, да. Конечно, друзья, опять же, я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Она, конечно, неоценима. И вообще она просто, ну просто вы молодцы и умницы, я просто, я не знаю, что еще вам сказать такого, просто, ну вы просто суперские. И, конечно, было бы суперски еще, если бы там вы как-то сделали какую-то обратную связь, там написали свои мысли, да, что все-таки это продвигает YouTube, и мне как-то больше интереснее тогда получается что-то делать, что-то там изучать, там, например, или что-то не знаю, мне что-то подсказывает, я всегда этому уделяю внимание и как-то смотрю, или это правда так, или не так. Вот, а, ну, конечно, опять же, уже не устану повторяться, да, вам огромное спасибо за вашу поддержку, как мы маленький канал, мы растем понемножечку, да. Ну, не знаю, я-то вроде бы до этого снимал всякие разные видосики, да, ну, не знаю, вот как Seven Days to Die, он как-то нормально, так скажу честно, дал такого прироста в нашем, нашей компании, да, такой, аудитория выросла, блин, довольно-таки быстро и на большое количество людей, да, то что, ну, так это стоящая вещь, да. И я когда это все вижу и смотрю, мне просто, говорится, душа радуется, да, то, что люди все-таки заходят, смотрят, ценят и как-то тратят свое драгоценное время, чтобы посмотреть меня, такого малоизвестного стримера, да, так что вам просто огромное, огромное спасибо,
Вы, конечно, красавцы. Потому что это без вопросов вообще. Нечего даже разглагольствовать. И как уже говорил, не раз не устану это повторять, потому что, ну, без вас этого не было бы возможно, да, то, что вот мы тут занимаемся этими всеми делами, да, увлекаемся игрушкой, и я делаю то, что мне нравится, и вы на это, и вы это смотрите, и значит, вам это тоже нравится. Но это, что еще может быть лучше, чем это, да. Вот, так что, друзья, я думаю, что мы на этом будем завязывать нашу серию, да, так что большое спасибо за вашу поддержку. Если есть какие-то советы по поводу видосика или рекомендации по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим или под любым другим видео, да, друзья, и если вам, конечно, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видосиков. А на сегодня с вами, друзья, прощаюсь, всем доброго и пока-пока.